Проект «Московское кино в школе» готовится к новому сезону. Фильмы, которые покажут школьникам, могут выбрать все желающие. Представлено несколько категорий. Первая посвящена Великой Отечественной войне. Сюда вошли такие фильмы, как «Летят журавли», «Восхождение», «Командир счастливой щуки» и другие картины. В категории для подростков фильмы о том, как сложно становиться взрослым. Здесь на выбор 5 картин. Среди них «Чучело» и «Не болит голова у дятла». А для старшеклассников подготовили очень серьезное кино. Это «Иваново детство», «Они сражались за родину», «Родня». Не забыли про комедии, экранизации и исторические фильмы. Сейчас в проекте участвуют 162 школы, и постепенно число участников растет. При просмотре отечественной классики ребята учатся понимать киноязык, а еще имеют возможность пообщаться со звездами кинематографа. Проголосовать за фильмы, которые посмотрят школьники в этом сезоне, можно на официальном сайте проекта.